В общественной приемной принимал граждан депутат Народного собрания Керим Гусейнов. С просьбой помочь в выделении средств на общественные нужды к нему обратился Магомед Темирбеков, председатель Совета ветеранов Советского района Махачкалы. Своих доходов у организации нет. Депутат выделил ветеранам необходимую сумму – это 30 тысяч рублей. Мне одно название – Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района города Махачкалы. Вот это название уже для меня – все обозначивает, надо помогать или нет. Вот я всегда иду на встречу такого рода организации, даже не интересуюсь, как вы эти деньги будете тратить. Шарубика Ахмедова не раз становилась героиней новостных сюжетов РГВК «Дагестан». Ее сыну Гаджимураду необходимо постоянное лечение в Москве. Мало того, Ахмедовым приходится жить на съемной квартире. Выслушав заявительницу, депутат от себя лично выделил нуждающейся семье 50 тысяч рублей и обещал решить вопрос с квартирой. Болен ребенок и у Заиры Ибрагимовой. Наш телеканал не раз привлекал общественность к ее проблеме. Каждый месяц мальчику необходим дорогой препарат. Стоит он около 90 тысяч. Парламентарий и тут помог со средствами. Всего Гусейнов принял более 10 человек. В основном это были вопросы, связанные с получением работы, устройства в детский сад. Молодых специалистов он пригласил к себе в организацию «Газпром Трансгаз Махачкала», где, пройдя собеседование, они будут приняты на работу.